что хочешь. Народ, привет! Мы сегодня зашли в Эляйн и в такой ресторан суши. Сума суши. Вот, сума суши. Сейчас покажу вам цены. И я так думаю, что вам было интересно видео, которое мы сняли в Дубае про суши. Вот такие здесь есть вкусняшечки, смотрите. Просто... Да, просто, честно, уже хочется покушать что-нибудь. Ну, мы скажи, пришли за суши. Ну, смотрите, вот, допустим, нудлс и райс. Вермишельки и рис есть. Блюдо 30. По 38 дирхам, по 49. Ну, вот супчик и рамен. Я хочу рамен, но с чем-то вот надо супчик, выбрать. Супчик, да, какой-то. Наташа хочет 39-49 супчик. Я у мужчины уже увидела, потому что там такие супчик, там порции, да? Большие. Да. Ну, вот меню очень симпатичное, знаете, красочно сделано, классно. И людей кому нужно, код есть, да, вот так тихонечко вам покажу. Так, ресторанчик, но тут есть местные возле нас, поэтому сильно так показывать не буду. Но, в принципе, мы вам покажем еду. Не людей сегодня, правильно? А тут есть Вьетнам вот ролл, такие смотри. Вкусные, значит, только я не могу понять, допустим, вот, а, это суши-сэндвич за 45 дирхам, теперь понятно, это бутербродик такой. Есть суши-роллы, так, это 56 дирхам, это что такое, самураи? Потом какой-то сладкий потейто 38, непонятно, почему. И... Почему такие вот какие-то, а где, вот, все, нашли сеты. Мы же с вами привыкли сеты смотреть, правильно? Ага. Ну вот есть сеты. Какие популярные самые? Вот какой-то динамит ролл за 39. Моцарелла, вот это. Ну не понимаю, что-то мне странно. Не может быть две штучки за 39. Хотя сейчас узнаем. Да, хотя... Какой-то грин дракон за 36. А, за 46 две штучки. Уже не Аляска. Могу, мне уже слюна течет. У меня вот, да? Вот от этого всего, ну правда, цены ну, вот сет, да, смотрите, здесь. Вот я думаю, что вот такой сет за... 199 красивенький. Обалденный. И вот еще за 199. Мне даже напоминает, знаешь, не суши, а фрукты какие-то яркие. Мне драконы напоминают. Вот за 157. Вот еще 157, 178. Ну, то есть я вам скажу так, что да, вот, наверное, такие сеты придется брать, потому что, ну, не дешево. Придется брать, да, потому что не дешево. Да. Потому что реально две штучки, я так думаю. Вот такая красота вот. В этом есть даже какой-то тема кизуши. А вот это тема вот, кизуши, сколько что стоит? Такое. Вот это тут очень много сырого сальмона всякого. Хотелось бы суши, а не именно, а не сырого. Так это и есть суши. То нет, роллы, мне а бы хотелось есть. Вот нет, роллы, Наташа, роллы, мне, роллы, значит, я хочу роллы. Вот что-нибудь завернутое, а не сырое. Так, ну вот еще это, всякие. Да? Вот есть и здесь и роллы, как Наташа говорит, и рыбка какой-то вот сальмон за 67. Вот есть, допустим, если вы хотите рисик, дальше суши, всякая креветочка такая зажаренная. Ну, слушайте, интересно. А вот боулс, то я есть мисочки. Боулс это мисочка, допустим, вот дьюк, тут написано, тут выбор, допустим, рис и всякие райс, ой, гарден гринс. Из сада всякая зелень, вот правильно перевела, потом... Тунец и сальмон, в общем, лосось. Все такое очень сложно быстро так читать и переводить. Я в камеру смотреть не могу. И переводить быстро очень сложно. Если что, я буду дописывать. И вот и вегетарианские есть суши всякие. Но это кафе вот такое, знаете, не из дешевых. Одно из самых дорогих в Эляйне, я бы сказала. Дальше напитки, естественно, безалкогольные. Вот лимонад из граната. Всякие такие... Сумахито 21 дирхам стоит самый дорогой. И напиточки, вот, наверное, джинджер кулер прикольно. Помните, мы в том видео вообще пили какие-то интересные напитки с баночек, с таких классных, что хотелось их забрать. Здесь 14-21, но все, закончили. Сейчас обсудим, будем делать выбор. Я уже мечтаю. Смотрите, что мы увидели. Птички поставили водичку. Вообще так круто. Молодцы какие, да? То есть мы посмотрели, звук какой-то, а это люди, работники суши-бара, суши-ресторана, просто вынесли птички попить воду. Молодцы какие. Мы уже выбрали, да? Уже сейчас выбрали, будем... Наташа супчик выбрала, рамен. Рамен, я забыла какой. Нику. Рамен. Нику рамен за 49. Давай. Do you want one soup, Нику рамен? One Nico Ramen, Zen Roll, с какими роллами выбрали? Калифорния, и... one California and one Green Dragon. Okay,
Еще напиточки мы выбрали One Pomegranate Lemonade. And какую ты выбрала? И вот этот вот джинджер. Вот это вот. And one ginger. One ginger. Yeah. Ага. Okay. Thank you. You want spicy mamigurami? Spicy. Будешь свой суп? About soup? You are talking about soup? No. Mamigurami. No. Так, this, yes, yes. Так вот, what you mean? You want spicy? Little spicy. Mild spicy. Light, light, да. Not very spicy. Oh, okay. Your orders, mom, are Nico ramen, one spicy, one California roll, one green dragon roll, one pomegranate lemonade, and one ginger roll. Yes, okay. Correct. Thank you so much, mom. Thank you. Боже, какие красивые у них это футболочки. Мальчика, я покажу все-таки. А я показала. Да? Футболочки классные. Он прям в сушах есть. Так, так что мы заказали? Я заказала напиток помар-гранат, лимонад. Наташа заказала джинджер, кулер за 19. Дальше, что мы выбрали? Сейчас посмотрим, как оно это, да? Что мы выбрали и как оно на самом деле смотрится. Одни Калифорния роль 32, одни грин дракон, зеленый дракончик роллы, и Наташа какой-то супчик хочет, только я его так не увидела. Она сказала, а, вот, конкретно Нико Роман. А я искала его вот здесь, вот, вот за 49. Суп фантастический, за 49, Наташа. Ну, сегодня посмотришь и поделишься впечатлениями. Даже попробуешь, я думаю. Вот нам уже ставят все штучки прикольные. Вот мне нужна эта футболка, я чувствую. Да. Футболка очень классная. Но она тоже не натуральная. Не из этого. Не из хлопка. Спасибо. Ага. Ух ты, такие красивые роллы нам принесли. Ой, такие тарелочки, лодочки прям, как красота. Это Наташин джинджер, женьшень. Мой помер. Thank you. Ой, супчик, супчик, не супчик. Да, вот девочка тоже в футболке, суши. Thank you. Ух ты, Наташа, ну дай теперь посмотреть, что вкусно у тебя. Значит, вижу яйцо, вермишель, морковку, говядинку. А ну, пошурши там ложечкой, чтобы показать. Ну, вермишели много. Вермишель? О, соя. Ну, нормально так. Соя. И вот эти всякие это... Ну, я зелень. Помню, ты во Вьетнаме такие супчики просто обожала. Обожаю, обожаю. А вот это что, не знаю? Ну, какую-то штучку. Ну, так что весь наш заказ уже принесли. Давай, ты попробуешь еще вот. Остренький. Чуть-чуть сказала. Не верьте им, чуть-чуть. Не верьте, да? То есть он прилично остренький, да? Ну, ничего. Радость тебе нравится? Ням-ням. Так, давайте-ка суши посмотрим, что у нас суши, дает. Суши, это часть 7-8. Ну, по 8 все правильно. Вкусно. Очень пахнет. Не хватало же еще в таком ресторане, в который мы сколько год собирались пойти, да? Пахло невкусно. Ресторан находится в Баваде Мол, кстати, видео про него уже было. А ну, давай-ка еще. А его, по-моему, можно заказать и это... Ну, сходить, это совсем другая история. Что-то мне неудобно. Сейчас... Я думаю, что там, может, забилась эта мята. Вкусненько. Да, прикольно. Да, имбирь, мята и, ну, как лимонад, что-то не могу понять. Очень вкусно. И сладость такая, знаешь, как очень как мед, но это не мед, наверное, не знаю. Ну, тебе надо посмотреть, что там было конкретно добавлено. Меда, по-моему, нет. Может, и мед. Ну что, друзья мои, вот есть японские суши в Арабских Эмиратах. Что вы скажете? Вы бы пошли в такой ресторан? Интересно просто. Пишите в комментариях. Ну, обязательно. Всем желаем, чтобы такие денежки были, чтобы вы ходили в такие рестораны. Наташа, ты... А что, попробовать что-то? Да, можешь мой гранатовый попробовать. Ну, это неприлично. Так давай я, наоборот, тебя буду давай снимать. Наташа меня будет снимать, я буду пробовать. О? Кстати, пытались сегодня спионерить соломинки в Старбаксе, уже просто так не ставят соломинки в Старбаксе. Ну что спионерить, только одолжить? Ты покупаешь как-то. Я там все время брала себе соломинки, трубочки. Где мне теперь брать трубочки? Кошмар. В магазине, наверное. Вы знаете, что классно? Посмотри, какие видео есть. Гранатовые зернышки. Ага. Классные. И знаете, что еще? Там тут... Как будто на ней минералочки, такие вот бульки, как лимонад. А сладенькая? Угу. Класс. Да, сладенькая. Так, ну что, суши, я думаю,
Ой, ты взял, как хвост креветки торчит. Да. Вот давай ее попробуем. Я не поняла сначала, что это. Это хвост. Давай ее попробуем. Попробовала, да, все-таки? Да. Так, ну что ж, скажем так, с палочками я так не очень дружу. Мне просто проще наколоть на вилку, но ради вас, дорогие наши телеглядачи, попробую, как это делается. О, я ее взяла. Боже мой. Ты не хочешь соус? Не, я соус не очень люблю, но добрый, мне вот что-то болит. Ну-ка. Угу. Ир с хвостом. Прикольно. Прикольно это я. Что самое? Что прикольно? Очень вкусная жареная креветка. Ага. Причем я не люблю креветок, не люблю жареных креветок. Ну добре, але добре, да? Угу. А ти бачила, як стеля зроблена? Це ж кафель, да, наверное, или що це? Ні. Не холодна вона? Прикольно заявлено. Так, а тепер я попробую. Попробуємо? Да. Ну, вам скіл. Ой. Соус попробуємо налити, щоб показати всю тяжесть, коли я прихожу процеса. В суші ресторан, да, і чувствую себе не дуже уверенно тут. Ну, так? Тебе вон вилку принесли, ложку, так що. Ну, ти знаєш, як там, ну... Уже так, намочили. Це що, Каліфорнія? Угу. А ну, розказуй. Чувствується класно. Свіжий огурчик. Знаєш, така свіжа сверту. Ну, і вкусніше. Так? Да? Угу. А по... так, креветка настільки вкусна. А по ціні ж вони... 32, 36. А, дороже чуть-чуть. На долар дороже. Ага. Ну, такое сегодня видео, друзья. Желайте нам приятного аппетита. И вам тоже вот всего самого хорошего, доброго, теплого. И покушайте обязательно. Да. До побачення.